Хотели бы вновь подчеркнуть, что опасность для мирных жителей на Украине представляют не российские военные, которые не осуществляют обстрелов гражданской инфраструктуры, а украинские радикалы и неонацисты, захватившие в заложники население ряда городов. Используя мирных граждан в качестве живого щита, они не дают им покинуть города, несмотря на наличие гуманитарных коридоров и объявление российскими подразделениями режима тишины.